Я всегда хотела жить здесь. Посмотрите на все эти огни. Фу, это волшебно. О, это моя остановка. Вы же знаете, что это не Юба. Да, но вы направлялись в эту сторону. Привет, я Элизабет Тассиони. Я и есть та самая штучка. А что это за штуковина? Я сторонний наблюдатель. Я думаю, вам следует это сделать. О, боже мой. Я даже не помнила, что на мне было это надето. Вау, что все это значит? Это самоубийство. В основном я просматриваю фотографии с места преступления. Это совсем другое дело. Мне уже лучше. Прошу прощения. О, не волнуйтесь, я и так это вижу. И что же мне, по-вашему, делать с этой леди? Мэрия хочет, чтобы она была там. Ее легко развеселить. А что это такое фиолетовое? Похоже, что так оно и есть. Ей это надоест, и она пойдет дальше. Я не уверена, что это самоубийство. А вы работаете в полиции? Я думаю, что да. Я либо работаю в полиции, либо наблюдаю за полицией. В Нью-Йорке никогда. Цель состоит в том, чтобы следовать за нашими офицерами. Я сказал, что они, похоже, следят за вами. На месте преступления мы нашли старый ирландский дезодорант. Вы пытаетесь меня обнюхать, мистер Сиони? Вы больше не являетесь защитником закона. Говорить правду значит сажать людей в тюрьму. У меня есть кое-какие идеи, но... Доказательств нет. Вы были очень занятой пчелкой. Это Бас. Это Бас. Ну и дела. Вы зарегистрировали то, чего не делали мы. Мне нравится играть в шахматы с хорошим противником. У меня есть мотив. Ничего себе. Да, мы сделали это специально для вас. Вы очень забавный человек. Я не такая смешная, как вы. Я взялась за эту работу, потому что моя работа может быть посвящена только правде. Добро пожаловать в Нью-Йорк!